Здравия желаю, товарищ генерал. Не доглядели, признаю. Но до этой ситуации к Ильину претензий не было. Всю ответственность беру на себя. Готов понести заслуженные наказания. Что, начальника убирают? Да из-за такой ерунды сам Брагин не приехал бы. Дело реально плохо. Здорово, мужики. О, а чё? Здорово, Сань. Сейчас ошлю тебя в какой-нибудь Урюпинск от греха подальше. И будет тебе медовый месяц за счет государства. Да пошли вы. Я знаю Ильина. Его подставили, скоро все это поймете. Это Ильин тебя подставил. Mm-hmm. И очень круто. Разберемся. Спасибо, что пришел. Похоже, я никому, кроме тебя, доверять не могу. А ты что без шапки-то? Простудишься? Да, ладно. Так, мне нужна помощь. Мне нужны материалы из архива. По генералу Брагину. С кем работал, какие дела вел, на чем продвинулся. Похоже, он за всем этим стоит. Вы о каком Брагине, Олег Николаевич? Да он один Брагин. Генерал Брагин с центрального аппарата. Ты что спрашиваешь-то? Просто он… с проверкой сегодня приходил. Хорошо. С проверкой. Это хорошо, что приходил, хорошо, что проверял. Значит, задергался, волнуется, почву прощупывает. Только это, Сань, ни с кем ничего не обсуждай, потому что сейчас непонятно, кто свой, кто чужой. А? Вы думаете, его можно прижать? Я думаю, шансы у нас есть. Есть. Застегнись. Да, Сань. Спасибо. Я знал, что на тебя можно положиться. Подождите! Я забыл вам кое-что передать. Что передать? Олег Николаевич, простите. Но это нечестно. Вы-то ничем не рискуете, вам нечего терять. Ни шагу, я выстрелю! Меня из Москвы отправят в какую-то дыру из-за вас, из-за того, что вы натворили. У меня свадьба через 2 дня. Ну не могу я Катю потерять. Вы мне жизнь поломаете, а я вообще ни в чем не виноват. Ну, нет у вас шанса против Брагина. А дело же не в том, Саш, есть шансы или нет. Просто каждый из нас делает выбор. Хватит. Я выстрелю. Руки вверх. Я поднимаю. Вот, поднял. Только ты сейчас уверен, что поступаешь правильно? Молчать! Знаешь, я тебя не виню. Ты, конечно, не должен за меня расплачиваться. И ты знаешь, что все эти годы ты был для меня как сын был. И вот это точно не изменится. Стоять, я выстрелю! Давай знаешь, как сделаем? У тебя же наручники с собой. Вот ты кидай мне, а я надену. Ну, так же проще. Лицо не попортил. Остальное до свадьбы заживет. Будь здоров, не кашляй.
Здравствуйте. Мы вас потеряли. Занят был. Здорово. Ну что у тебя? Пока ничего. Прочесали всю округу, но… Никаких «но». Продолжайте поиски. Есть. Надо бы местных поспрашивать. Да уже просили. Никто не видел. Это я во всем виноват. Надо было сразу наряд вызывать. Теперь он так просто не объявится. Ну, может, ответишь? А можно? Этот телефон Ильина он потерял. Что? Алло, алло, Олег, ты слышишь меня? Валерия Андреевна, это Саша, его помощник. Саша? А что с Олегом? Алло. Нет, не волнуйтесь, все в порядке. Мы сейчас с документами заканчиваем. И он выезжает к вам. Спасибо, хорошо. Недалеко окопались. Давай, собираемся. Поехали. А Ильин? А возьмем ее, и он на брюки приползет. А? Давайте по машину. Есть. А ты молодец. Правильно сделал выбор. Все, помчали. У меня как раз все готово. Ты как раз вовремя. А может, ты мне это положишь сразу что-нибудь? Уже делаю. А? Слушай, от нервов очень помогает чистить картошку. Сразу успокаивает. В общем, я тут наготовила столько, что можно гостей приглашать. Надеюсь, вкусно. Все, садись. А что так дует по ногам? Дверь открыта. А что с тобой? Да ты знаешь, боялся признаться. Люблю на диване поваляться. Прям не могу, как увижу диван, так сразу залипаю. Олег? Олег, что случилось? Олег, ты ранен? А ну-ка, покажи. Покажи мне, что там у тебя. Да все, ерунда. Там все в крови. Ну-ка. Плохо дело. Что, долго еще? Скоро будем. Так, подлатали. Теперь только ждать остается. Но если кровь не остановится, то точно в больничку надо. Нет. Я вообще не понимаю, как твой помощник мог тебя отпустить в таком состоянии. Ну, вообще ничего не соображал. Вот чтоб ей! После щенков пустолаить стало. Ему главное сейчас поспать там, отдохнуть. Вот, и видно будет. Эх, жалко, лекарств никаких нет. Да и аптека уже закрыта. Руки ледяные. Вот почему он мне не сказал, что была перестрелка? Сказал? Ты что? Ты что с ним говорила?
приехали. Чисто. Нет, нет. Они здесь. Тихо. Как там? Как? На карусели, Павлович. Олег, смотри на меня, слышишь? Красивая. Не закрывай глаза. Красивая, значит, смотри на меня. Олег, Олег, пожалуйста. Все, в больничку надо. Нет. Ну, тогда я не знаю. Вот здесь котлетки. Голубцы, ешьте. Сырники обязательно разогрейте на завтрак. Мам, мы не едим в таких количествах. Едим. Еще добавку попросим. Вот. Пап, тихо, ну скажи ей. Бесполезно. Нашу маму не переделаешь. И вообще приезжайте почаще. И Ванечку привозить. Ладно? Ну все. Люблю вас ужасно. Пока, мамуля. Пока. До свидания. Иди. Пока. Малыш. Да, счастливо, до свидания. Пока. Счастливо. Слушай, я успел соскучиться. Ну, нет. А что нет? Сумку забыли. Ребята! Мы продолжим следить за судьбой девочки Мау, история которой никого не оставила равнодушным. В следующей части нашей программы вы узнаете всю правду о Валерии Смирновой, главной героине сегодняшних новостей. Мы расскажем, как Смирнова, которую успели окрестить черной вдовой, соблазнила и склонила на свою сторону следователя, занимавшегося расследованием убийства ее супруга. Мы успели откроем уехать. Истинное лицо этой коварной женщины, идущий по головам мужчин. Слушай, мне не надо тебе это смотреть. Своих преступников. Господи, откуда такое количество мерзавцев? Обвинять человека, Бог знает в чем. Миш, я просто, я не понимаю, у меня в голове не укладывается. Ну, вот так умеем мы живем. Бедная Лерка. Ну вот где она? Что с ней? Что, они еще что-то забыли? Я открою. Без изменений. Я тут это... Мне ехать надо. Боюсь, как-то Марта со щенками.
А если там эти... Не волнуйтесь, что-нибудь придумаю. Спасибо. Он вообще свой не сдаст? Не знаю, Олег ему доверяет. Я тебе постелила, поди поспи. Я с ним останусь. Ну ладно, иди. Что, Лерке? Да еще с малышом. Такой кошмар. Да она и так столько пережила. Что за мир такой жестокий, Миш? Тихо. Солнышко. Успокойся. Послушай. А у тебя же остались какие-то связи, да? Ты должен вмешаться. Ты же можешь. Ты должен помочь, Миш. Если с Леркой что-то случится, я не знаю. Я не переживу. Я что-нибудь придумаю. Обещаю. В санатории в это время завтрак. И жар спал. Ну вот. Теперь можно и на пробежку. Только сначала поешь. Я говорила с Тополевым. Он обещал помочь. Да. Мне бы с ним поговорить. Ребята поехали в аптеку, в магазин. Да. Сейчас вернутся. Он обещал зайти и все обсудить. Ты поднимешься? Да, я сам. Ты что, дверь не закрыл? Ну, подожди. Черт. Давай.
ты знаешь, у Тополевых было лучше. Шутишь? Они убьют нас. Если бы хотели, уже бы убили. Олег, смотри. Камера. Здравия желаю, Евгений Викторович. Ну что, отдыхают, голубчики? Какие будут указания? Ну, пойдем, потолкуем. Присаживайтесь. Ну, отец, и что у нас есть? Ничего. Одни догадки. Врет. Я не вру. Это правда. Я правду говорю. Да. Я не… Не надо. Избавься от них. Убей сначала ее, потом его. Евгений Викторович. Ну, а если они все-таки что-то нарыли? Ну, мало ли, что всплывет. Не хочется рисковать. Вряд ли. Ну, впрочем, до работы. Даю тебе последний шанс. Я провожу вас.
идем. Странно, куда мог подеваться Колесников. Это сейчас не важно. Идем. Смотри. Что это? Вера, у нас нет времени. Тут видео из нашей камеры. Они все записывали. Избавься от них. Убей сначала ее, потом его. Это железный компромат. Ты это видел? Олег. 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 Значит так. Ты сейчас пообещаешь мне и кое-что сделаешь. Ясно? Да. Ясно? Ясно, ясно. Сейчас ты уйдешь отсюда. Одна. Олег. Одна. В любую минуту может вернуться Колесников. А вдвоем нам. Вдвоем нам точно не выбраться тогда просто. Крышка. Я никуда не пойду без тебя. Я тебя не оставлю здесь. Пойдешь. Пойдешь, потому что тогда у нас будет шанс. Я верю, что ты. У тебя все получится. Пообещай, что ты меня дождешься. Я не обещаю. Я обещаю. Гарантирую. Иди. Я вернусь очень быстро. Слышишь меня? Стойте, вы кто? Федеральная служба безопасности. Рождения вас. От кого? У меня не указано.
Алло. Привет, это Петя. Как цветы? Они великолепны. Спасибо. Как ты? Считаю дни до выписки. Лер, а это ведь не просто букет. А что там, жучок? Хорошая идея, но нет. Это еще и предложение. Ты знаешь, я тут многое передумал. Вам на перевязку. Короче. Я собираю команду и открываю агентство. Новое. Это будет свободное интернет-издание. Все наши уже согласны. Полная независимость и никаких Авдеевых. Ты с нами? Ну, если ты готов просто так платить декретные, то, конечно, я согласна. А если серьезно? Если серьезно? Если серьезно, то я очень горжусь тобой, Петр. И отец бы очень гордился. У меня есть родственники, на которых хочется быть похожим. Кто-то приехал, наверное, Ольга. Передавай ей большой привет. Передам. Я обнимаю тебя. Привет. А ты что это здесь делаешь? Ты должен быть в больнице. Я... Ну, в общем, долго рассказывать. Это... Поздравить пустишь? Ну, поздравить заходи. Вот. Это тебе. В смысле, ну, с днем рождения. Спасибо. Короче, из больницы я удрал. Долго рассказывать. Ну, я подумал, раз я опять в бегах, может, оставишь мне компанию? Буквально один вечер. С приключениями? Понятно. С вещами на выход? Нет, в смысле, вещи можно не брать. Ну нет, мне надо переодеться. А возьму-ка я, пожалуй, аптечку. На всякий случай. Да. Ну, за твой день рождения, за твою новую жизнь. Желательно спокойную и счастливую. Но ты сможешь жить вот так, спокойно? Чего? Чего ты смеешься? Я вот лично не смог. Сейчас... На службу вернули, вини не сняли, кабинет новый обещали. Вообще не ожидал. Повышение там светит. Так что, покой, бой. А ты? Ты что будешь делать? То, что делаю сейчас. Сплю и ем. На самом деле, я очень жду Узи. Когда малыш наконец-то покажется. Интересно, кто он, мальчик или девочка? Знаешь, мне тоже. Что это? Что это за музыка? Это Стив Гимслоу. Hello, White Bird. 1962 год. Редкая запись, раритет, не знаю, где они взяли, надо спросить. Ты разбираешься? Я увлекался. Не может быть. Что? Ну, я даже уроки брал пару раз на саксофоне. Ты исследователь, который играет на саксофоне. Фантастика. Что? Ну, что ты смеешься? А сыграешь мне? Так я ж говорю, два или три... Я подготовлюсь и обязательно сыграю. Знаешь, я каждое утро просыпаюсь и думаю о том, как хорошо, что все кончилось, и мы живы. Хм.
за прошлое, которое не вернется. Ну все, работа выполнена. Никто не подкопается. Договорились. До встречи. Еще один сайт про шашлыки, и я тебя покусаю. И вообще, не учи старого охотника, я знаю, что я делаю. Это ты про правильно кусать? Тихо! Ты что кричишь? Ванечка спит. А мы читали, что нельзя приучать ребенка спать в тишине. Будет просыпаться от любого шороха. Да? Да. А вы не читали, что нельзя спорить с мамой в вопросах воспитания детей? Ну, с мамой вообще лучше не спорить ни по какому поводу. А вот это золотые слова. Ваше здоровье. Лерка приехала. Покачай, пожалуйста. Ага. Я сейчас. Давайте помогу. Привет. Привет. Муа. Тебя все ждут. И не опоздала? Пойдем скорее. Тетя Лерка, ты по вам соскучилась. Я тоже, солнышко мое, красавица. Ой, это кто у нас тут такой славный? Эй, Снеговик. Привет. Привет. Тебе шашлык-то можно? Я приготовила кусочек без специй. Спасибо. О, привет, папаша. Ну что? Здравствуйте. Шашлык готов? Вся семья в сборе? Дорогие мои, благодарю всем вам и, конечно, благодаря тебе, Оленька. Я понял самое главное. Счастье близких – это единственное, ради чего имеет смысл работать, что-то делать и жить. Да. Ведь когда семья счастлива, и у жены счастливые глаза, то и ты счастлив, и все имеет смысл. И как ты понимаешь, что все не зря. Лерка, мы очень рады, что наконец-то закончилось все это безумие, что у тебя начинается новая жизнь. Во всех смыслах этого слова. И я хочу, чтобы ты знала, что если что-нибудь, ну не дай бог что, мы всегда тебя поддержим. Спасибо. Так что давайте за нас, за семью. Ура! 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 А ты знаешь, Лер, ребята уезжают, причем надолго. Да. А проект Марка занял первое место. И мы уезжаем в Германию для участия в программе Берлинского университета. Да. Послушайте, ну это же классно. Я вас поздравляю. Спасибо. Молодцы. Так, ну что, в этот торжественный момент, я считаю, пора сказать. Лера, мы хотим тебе предложить стать крестной мамой Ванечки. Ну, уже, наконец, породниться на высшем уровне. Ну, что ты скажешь? Было бы здорово. Как я рада, Уля. Как же это неожиданно, как приятно. Спасибо вам, мои дорогие. Как же я вас люблю. С удовольствием, конечно. Ура. Ура. Спасибо. Слушай, я знаю потрясающий храм в Подмосковье. Там батюшка чудесный, совершенно. Атмосфера, природа, ну, в общем, все. Нам самое главное успеть договориться с этим батюшкой. В воскресенье поедем договариваться. Для этого надо выпить. Ура. Согласен. Ура. 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 Давай я за тобой поухаживаю. Ага. Пробовала этот салат? Кусочек. Спасибо. Он очень вкусный. И шашлычок. А, у нас морс закончился. Передай, пожалуйста, салат. Надо еще нарезочку. Так, бери. Освежить. Лерочка, поможешь мне? Спасибо. Да, конечно. Как дела? Что нового? Да, ничего, все как-то без изменений. Я дом решила продать. Не могу там больше. И потом инфраструктуры там никакой, детского сада нет. До поликлиники только на машине. С ребенком там будет тяжело. Потом я же одна.
А ты одна? Оль, я правда вам очень благодарна. Но я же не могу все время на вас рассчитывать. А я не про нас. Что у вас с Олегом? А что у нас с Олегом? Ничего у нас с Олегом, ничего особенного. Лер, ну я же видела, как ты на него смотрела. Ну кого ты обманываешь? Себя. Да, Оль, да я... не знаю. Я не знаю, что ему сказать. Например, давай встретимся. Оля, мне много лет. Я столько лет одна. Я привыкла быть одна. Я все привыкла решать сама. И, честно говоря, я даже не представляю, что я могу быть с кем-то. Тем более с ним. Я не знаю. Надо как-то начать новую жизнь, но я пока не готова. Лер, подожди секундочку. Послушай меня внимательно. Я скажу и отстану от тебя, хорошо? Просто это очень важно. У тебя новая жизнь уже началась. И в этой жизни есть Олег Ильин, который тебя так сильно волнует, что ты даже боишься вслух его имя произнести. Сегодня он есть. Завтра его может уже не быть. И я очень хочу, чтобы ты не пожалела. Начинай жить, Лер. Не где-то там завтра, а прямо сейчас. Гостиная с камином. Просторная. Да. И окон много. Отличный дом. Нам нравится. Ну все. К переезду готовы. Сразу после ремонта. Просторный. Старались, чтобы тебе понравился. Привет. Так что принимай. Обновишь, так сказать. О, Леночка, ну что делать? С повышением. Старший следователь Ильин. Прошу. О, ничего себе. Рад, что тебе нравится. Я всегда знал, что ты порядочный человек. Просто выбора не было. Ну, давай работать. Отчеты сдаем вовремя. Ну, еще бы. Алло, привет. Слушай, я, честно говоря, думал, что ты уже не перезвонишь. Я тебя не отвлекаю? Я на минутку. Нет, нет, у меня просто, ну, переезд в новый кабинет. Правда? Ну, надо же. Я тоже переезжаю. Помощь нужна? Нет, нет, я не поэтому звоню. Я вот что подумала. По городу висят афиши вот этого вот джазового концерта. «Джаз Квадрат». Да, может быть, ты видел? Да. Видел? Ну да, я их вообще их прекрасно знаю. Там контрабасист, гений. А я тоже хожу, афиши вижу, думаю, надо Леру пригласить. Так что получается, я тебя приглашаю. Ты что молчишь? А, понял. Все красивые платья ты уже запаковала. Ну, ради такого случая я могу и распаковать. Значит, согласна, едем, да? Согласна.